Вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Гість цього випуску програми – народний депутат України Олексій Азаров. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо загалом говорити про цей період, то саме цього тижня рівно рік виповнюється, як Верховна Рада цього скликання працює в режимі законотворчого процесу. І хотілося б зрозуміти, що зроблено саме вами безпосередньо за цей рік. Здавалось би, ніби проміжний етап, але все-таки. Але нашу розмову я пропоную побудувати, зважаючи на те, що цього тижня депутати працюють саме в окрузі, тому зосередимося якраз на проблемах і питаннях, які турбують виборців вашого округу. Рік минув, виборці зрозуміли, що у них є депутат. Які проблеми найбільш актуальні для округу, в якому працюєте ви? Здравствуйте, Людмила. Ну, проблемы, они, к сожалению, у нас очень часто не меняются. Я могу с гордостью сказать, что, наверное, за этот год в округе ряд проблем были решены. Очень остро стоял год назад вопрос с питьевой водой, обеспечения города питьевой водой. Місто Слов'янське, йдеться саме про це місто, чи загалом в регіоні? В місті Слов'янське, так. Тобто, це були деякі мікрорайони, в яких вода подавалась 2 години в сутки. Це цілий мікрорайон з 9-этажними домами, і де жителі могли користуватися водою всього лише 2 години утром. І це, звісно ж, була дуже серйозна проблема. Сьогодні мы можем смело сказать, что эта проблема частично решена, и в городе строится новая фильтровальная станция. Планируется ввод следующих очередей. Ремонтируется система водоводов. Таким образом, город сегодня имеет гораздо лучшую ситуацию с питьевой водой. Остается, конечно же, нерешенный вопрос цены воды. Потому что вода остается все равно достаточно дорогая. Для этого нужно, наверное, провести какие-то комплексные мероприятия по замене водоводов. А за якою схемою, власне, проходить нарахування цієї вартості води? Це вона і входить в розрахунок загальної схеми тарифної? Цену воды определяет предприятие, которое занимается поставкой воды в город. А зважаючи на ту проблему, відповідно, и была цена высокая. И у них есть определенная себестоимость. Угу. И эта себестоимость, она не может поставлять воду дешевле этой себестоимости. Поэтому, к сожалению, они вынуждены, они бы с удовольствием бы снизили эту цену, но они не могут. Поэтому это комплекс мероприятий, которые нужно, наверное, еще провести будет. Вот, это то, что остается нерешенным. Другое, конечно, я как депутат считаю, что важно любому депутату сегодня, любому гражданину Украины сосредоточиться на вопросах подрастающего поколения, о том, в каких условиях учатся наши дети, в каких условиях находятся детские сады. И это, наверное, основополагающая задача, которую я всегда ставлю перед городским руководством, районным руководством. И стараюсь каким-то образом помогать, и город выигрывает определенные тендеры. И сегодня мы делаем ряд ремонтов в школах. И за это, безусловно, благодарны родители. Это значит, что дети учатся в более теплых школах, они меньше болеют, а значит, они лучше учатся, значит, они будут лучшими спеціалістами і будуть краще будувати нашу Україну в майбутньому. Власне, якщо дійсно торкатися, ви сказали, що проблеми в будь-якому окрузі, в будь-якій частині України, вони досить схожі. І практично актуальність набирає одні й ті ж самі проблеми. От ви зараз згадали, і проблема водогону – це особливість цього регіону. А от проблема освіти і, напевно, медицини – це ті проблеми, з якими зустрічаються ледь не в кожному місті, ледь не в кожному куточку України. Да, к сожалению, эти проблемы есть, безусловно. И нельзя сказать, что они появились вчера, нельзя сказать, что они появились 2 года назад. Угу. Они появлялись давно, они появлялись за много десятилетий. То есть там вот уже системные проблемы, которые потрібно развязывать? Системно, безусловно, нужно работать, но в первую очередь я бы сказал, что нужно работать. И сегодня я хотел бы отметить, что в принципе руководство партии регионов уделяет очень много внимания, и социальные инициативы президента, и программы
правительства, и уделяется достаточно внимания и школам. Например, в этом году было введено 54 новых школы, 26 детских садов, 39 больниц по Украине. Наверное, хотелось бы больше. Вот. Но мы должны исходить из того, что сегодня у нас есть кризис. Сегодня экономика Украины не развивается так хорошо, как это было 5 лет назад. Соответственно, падают отчисления в бюджет. Соответственно, государству приходится сложнее. Но все равно мы строим, все равно мы вводим в эксплуатацию новые объекты. Детские сады, школы, новые трамваи, троллейбусы. И это является той отличительной тем отличием от наших оппонентов, которые, если мы проведем статистику, вводили больниц, школ гораздо меньше, даже в условиях роста экономики. И это главная задача сегодня. Что касается нашего округа, то за этот год было проведено 2 ремонта и в реанимации, и в городской кардиологии. И я считаю, это те позитивные моменты, которые сегодня говорят, позволяют нам смело смотреть людям в глаза. А я давал людям одно обещание, когда я избирался, я приезжал к людям, я смотрел им в глаза и говорил: я вам даю всего лишь одно обещание. Я буду к вам приезжать, буду приезжать регулярно, я буду с вами встречаться и буду смотреть вам в глаза. Это и вы мне скажете все свои проблемы, глядя мне в глаза. Саме за таким принципом і ведеться робота на окрузі. Тобто ви проводите особистий прийом, напевно, працюють громадські приймання, куди люди можуть звертатися, напевно, особисто листи вам направляють, де розповідають про свої проблеми. Власне, отак ви контролюєте, скажімо, набір тих проблем, але за яким принципом вибираєте пріоритетність, розставляєте пріоритетні акценти над тими чи іншими проблемами, з чого починати, яке питання є невідкладним? Ну, безусловно, я собираю информацию со всех источников. Во-первых, в этом округе у меня очень много друзей. И собираю информацию от них. Я хожу по улицам, я встречаюсь с людьми, я принимаю в общественных приемных. Даже если меня нет в общественной приемной, то человек, который туда пришел, оставляет заявление, которое должно быть решено сотрудниками приемной. И если это невозможно, оно попадает ко мне. Вот, и, соответственно, я уже обращаюсь в ту или иную инстанцию. А мне пишут не только жители моего округа. Очень много людей мне пишут со всей Украины. Недавно даже жители Львова прислали мне благодарность в том, что я помог решить их проблему. Вот, поэтому я стараюсь анализировать все виды информации. И, безусловно, я встречаюсь и с руководством районов города, и с простыми избирателями. Вислушую їх і роблю свої основні виводи. На якому рівні і, власне, як, за якою схемою відбувається робота з місцевою владою? Ви приходите до них лише з проблемою, чи все-таки вислуховуєте ті моменти, які пов'язані з розвитком загалом округу вашого? От за яким принципом, за якою схемою, за якими механізмами ви співпрацюєте? Депутат, мажоритарщик, це... Вот в предвыборную кампанию было очень много критики. Почему парламент предыдущий проголосовал за мажоритарную систему? Почему не оставить просто партийную систему? Я вам скажу основное отличие. Когда люди избирают список, они избирают список, красивое название. Когда они избирают мажоритарщика, они избирают уже душой. Они избирают, они видят человека, и они за него голосуют, за того, с кем им комфортно. И это самое главное отличие сегодня мажоритарщика от депутата, который прошел по списку. Депутат-мажоритарщик знает проблемы округа. Он живет этим округом. К нему приходят люди, и он им постоянно помогает решать вопросы. То есть вы, если идете до местной власти, то вы уже идете с конкретикой, с желанием развязать ту или иную проблему? Конечно, конечно. Депутат-мажоритарщик – это не только тот человек, который... может выступать на людях и стараться помочь людям. Это тот человек, который может спросить с местной власти, сделали они что-то для людей. И с другой стороны, это адвокат, который может помочь местной власти и открыть им какие-то двери в Киеве, взять их условно, не буквально, конечно, но взять за руку и привести где-то в Киеве и попросить какого-то чиновника принять их
і поспособствовать в рішенні проблеми людей. Власне, вдається тримати на своєму контролі, депутатському контролі, от ті проблемні моменти, які є на сьогодні, і їх розв'язання? Ну, к сожалению, не могу сказать. Ну, можливо, ідеально. За рахунок інвесторів, пошуку інвестицій, зрозуміло, що все розв'язати за держави, а тим більше за місцевий бюджет, неможливо. Можливо, десь пошуки інших шляхів, інших джерел фінансових можливостей. У мене є мечта. От, дуже багато людей, особливо слов'янські, мечтають, так же, як і я, щоб у них в місті був парк. У нас в парк в дуже плохому стані. Пока нам не удается ни привлечь ни государственное финансирование, ни привлечь инвесторов. Но мы над этим работаем. Я надеюсь, что, может быть, если не в этом году, может быть, в следующем году или через год, будет у нас парк. И есть ряд других проблем, которые я также надеюсь, что они будут решены сообща. Если говорить загалом про набір тих проблем для округу конкретного, то в вашому окрузі таким конкретним і проблемним, і, напевно, резонансним є питання видобування сланцевого газу. Дискусії не припиняються. Як сприймається ця проблема в окрузі, з чим приходять до вас люди, і яким ви бачите розв'язання і перспективу цього питання у вашому окрузі? Дійсно, люди дуже обеспокоєні проблемами добичі газу. Это было вызвано рядом пропагандистских кампаний, которые были проведены в нашем округе, в соседних округах, в Харьковской области. Я скажу, что вот буквально недавно была конференция, которая организовывалась газетой Financial Times в Европе. Не то мировая конференция по энергетике. И один из ведущих экспертов высказывался о том, что Европа очень мало уделяет значения развитию сланцевого газа. И вследствие этого европейский производитель становится наименее конкурентоспособным по сравнению с американским производителем. Почему? Потому что сланцевый газ по себестоимости гораздо ниже обычного газа. И таким образом сегодня потребитель или производитель, американская компания покупает газ и электроэнергию, соответственно, и другие энергоносители сегодня значительно дешевле, чем европейский потребитель. И это сегодня очень сильно беспокоит европейцев, потому что их продукция становится не конкурентоспособной. А что же говорить о нас? Сегодня мы покупаем газ значительно дороже, чем европейцы. Сегодня наша продукция абсолютно становится не конкурентоспособной и с европейской, и тем более с американской. Поэтому, учитывая то, что сланцевый газ действительно является гораздо более дешевым, и учитывая то, что газ у нас дорогой в стране, нам нельзя не использовать этот шанс. Нам необходимо изучить все возможности добычи этого газа. Мы должны изучить все последствия. И это, опять же, вопрос не стоит, что будет добыча производиться завтра. Это не стоит о том, что послезавтра придут буровые станки и начнут бурить. Нет. Должны будут проведены исследования. На основании этих исследований будет составлен план добычи. Должны будут определены последствия этой добычи. Сегодня сланцевый газ добывается с 70-х годов. За почти 40 лет технологии его добычи существенно изменились. И я уверен, что существуют абсолютно безопасные технологии добычи сланцевого газа. Удалось переконати в цьому ваших виборців? Я так розумію, що це питання порушувалось в ході ваших зустрічей? Сьогодні вже нету такої напряженности. Вот, потому что люди понимают, что, во-первых, я объяснил людям то, что основное переживание было, то, что район Славянский, Славянский район, это, скажем, очень красивые земли, эти земли заповедников. Там находится Святогорская лавра, меловые скалы. И люди очень переживают за это и правильно делают. Но по закону Украины добыча газа в рекреационных зонах и зонах заповедных запрещена по нашему закону. И никакая компания, будь это украинская или зарубежная, не будет добывать газ в рекреационных зонах. То есть они не пострадают, и риску добывания сланцевого газа саме на этих территориях абсолютно немає. И еще раз я хочу подчеркнуть, что мы должны изучить этот вопрос со всех сторон. И мы не можем, не только наш округ, но и Украина в целом, не должна отказываться, если сегодня Европа
бьет в трубу и говорит, что мы плохо делаем, что не добываем этот газ. Значит, и мы должны изучить возможность его добычи. Главное, чтобы это была безопасная добыча. Главное, чтобы мы оставили нашим следующим поколениям Украину сильную, промышленную и екологічно чистою. Скільки це питання вивчається, сподіваємося, що дійсно всі моменти будуть враховані і ризику жодного для вашого округу безпосередньо не буде. Але ми сьогодні хотілося зосередитися лише на проблемних аспектах, а хотілося б і розказати і про переваги округу, на якому ви працюєте. Це ще дійсно мальовничий округ, округ, на якому є і святі місця, і місця, які варто було подивитися. Тому із туристичної точки зору також цей регіон міг би бути перспективним. Ви були ініціатором, що, власне, ваш округ внесли, представляли на міжнародній туристичній заході, який відбувся в Києві. От, власне, розкажіть от саме про такі перспективи округу і що ви плануєте зробити саме в рамках такої перспективи. Знаєте, коли я рос в Донецьку, і для нас було невозможно представити свою життя без піонерських лагерів в Слов'янську. На реке Северский Донец. Это как единое целое. Поэтому мы привыкли там отдыхать. Это красивейшие места, чистейший воздух, чистая река. Мы любим этот регион. И для нас это как действительно святые места. А, к сожалению, о них никто не знает. И когда я предложил организовать выездное заседание комитета и пригласил представителей партии «Свобода», представителей партии «Удар» приехать из нашего комитета, приехать в Славяноверск и провести там выездное заседание. Они, конечно, приехали, и они были очень удивлены тем, что Донбасс – это не только терриконы. Донбасс – это не только загрязненный воздух. Донбасс – это еще и чистые уголки природы. Донбасс – это красивые уголки природы. И я считаю, что мы должны как можно больше популяризировать. Там существуют прекрасные, с европейской точки зрения, базы отдыха, прекрасные пионерские лагеря. Ну, наверное, даже я скажу, что, может быть, одни из лучших пионерских лагерей, которые я видел. И они способны принять тысячи людей. Там есть вся инфраструктура, и мы должны популяризировать і приглашати людей, приїжджайте к нам із Києва. Ну, не варто забувати, що, власне, якраз туризм і культура – це ще інвестиції в регіон і інвестиції в місцевий бюджет. Тобто розвиток цього напрямку досить важливим є. Звісно, звісно. Я сподіваюся, ви також будете це пропагувати і візьмете на свій депутатський контроль саме розвиток цього напрямку вашого округу. Звісно, це одна із моїх передвиборних обіцянок, і я зроблю все для того, щоб популяризувати наш регіон і щоб як можна більше людей туди приїжджало і відпочивало. Добре, дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Олексій Азар, народний депутат України, був гостем нашої студії. Сподіваємося, що вам вдасться те, що ви запланували зробити для України і для виборців вашого округу. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді, на все добре.